это было круто, люди! Правда, это было круто! Конечно, важно занять первое, второе, говорят, золото, говорит, больше, а все остальное не блестит, блестит. Приз самый надежный игрок. А самый надежный игрок живет в команде Art Courage. И зовут его Олег Четверяков. Это Воронеж у нас? А капитана от Воронежа не вы ли случайно? Михаил, я передам вашему игроку, как сам... Сейчас придет. Он придет? Мне говорит... Если, говорит, за призом Нижнему Новгороду кубок. Так, Олег, наверное, капитаны второго и третьего места забрали, да. Наверное, капитаны поим людей в овациях. Это было круто. Вот они, блестящие, смелые, замечательные, крепкие люди. Уважаемая публика, давайте поприветствуем еще раз великих футболистов аплодисментами и всех участников нашего замечательного турнира. Моя страна. Мне понятна твоя вековая печаль. Повороты, ухабы судьбы. Пусть сияют в небе. Вояж, вояж. Так давай еще победимся. Told me about the blue sky, and all that I can see is just another lemon tree. На сцену выходит Константин Квасов, команда Art Courage, город Воронеж. С праздником футбола и творчества. Вы пьете колу, когда нервную систему отравила вода. Когда чистый воздух просто мираж. Грязный город и мертвый пляж. Кислотные дожди, отравленный лес. Экологический баланс, индустриальный прогресс. А кола — это всего лишь девиз. Вам новый подскажет Гринпис. Мы с Воронежа живем, но скажите зачем? Ведь только у мертвых не бывает проблем. Нам нужен мир, где не дымятся воды. Давно живую природу заменило кино. Мир иллюзий — это просто обман. Но только от него вы ловите фан. А вашему здоровью нужен спонсор. Надежная фирма Johnson & Johnson заменит мир бредовых идей. Greenpeace, здоровье ваших детей. Мы скоро поживем, но скажите зачем? Ведь только у мертвых не бывает проблем. Нам нужен мир, где не дымят заводы. Гармония человека и природы. Футбол! Вы любите секс? Опять в жизни приходится что-то терять. Волной равнодушия, чувство убито. Живая планета просит защиты. Зеленый мир в ваших руках поможет забыть патологический страх. Пока еще не поздно, но в этот раз Greenpeace — ваш последний шанс. Мы здорово живем, но скажите зачем? Ведь только у мертвых не бывает проблем. Нам нужен мир, где не дымятся воды. Гармония человека и природы. Мы здорово живем, но скажите зачем? Ведь только у мертвых не бывает проблем. Нам нужен мир, где не дымятся воды. Гармония человека и природы. Олимпийским чемпионам! Слава и хвала! Равняемся на вас! Спасибо!
Константин Квасов! Так пролетело наше время.